скрипичная соната Сезара Франко в Самаре в таком формате звучит впервые. По сути, это авторская обработка. Заслуженный деятель искусств России, народный артист Республики Татарстан Рустем Абызов переложил произведение для скрипки, струнного оркестра и фортепиано. Очень долго не мог задуматься, что эту сонату можно вообще в таком виде играть, но получилось очень неплохо. Мы ее, перед Самарой обыграли в Швейцарии, во Франции, в нескольких городах, да, потом в Казани это прозвучало, в татарстанских городах. И вот сейчас привезли в Самару. В Самару привезли одни из самых ярких произведений. Всего в репертуаре «La Primavera» более 1500 произведений. Казанский камерный оркестр в этом году отмечает 30-летие. Тогда они представляли собой сборище энтузиастов, влюбленных в музыку. Сейчас это идеально сыгранный коллектив, известный по всему миру. В Самарской филармонии этот концерт ждали. Творчеством Казанского камерного оркестра немножко знакомы. По передачам радио, телевидения. Поэтому решили вот прийти в нашу филармонию и послушать вживую. Я не знакома с творчеством оркестра непосредственно, но я очень много положительно услышала от своих коллег, друзей. И вот решила сегодня послушать. Посмотрела репертуар, очень интересный. «La Primavera» стал участником международного фестиваля искусств «Самарская осень». В течение октября каждый любитель музыки может выбрать свой концерт. Целый месяц на сцене филармонии проходят выступления мировых звезд разных жанров. Мария Шпакова, Виктор Соколов, Новости Губерния.